Целью ярмарки одна – не допустить пожаров никогда. Под таким девизом сотрудники 5-го отряда Федеральной противопожарной службы Государственного пожарного надзора, специалисты Всероссийского добровольного общества и Центра спасения организовали и провели для жителей города Асбеста познавательно-развлекательную программу на открытой площадке Центра детского творчества имени Авакумова. Такое массовое мероприятие на территории Асбестовского городского округа проводится впервые. Этот праздник важен для горожан в целях обучения мерам безопасности в весенне-летний пожароопасный период. А полученные знания пригодятся всем, как на работе, в быту и на отдыхе. В начале акции современная пожарная техника, автоцистерны, 30-метровая автолестница, аварийно-спасательный автомобиль красиво расположился возле здания. Включенными сиренами и световыми маячками привлекли внимание присутствующих. Праздник начался, и ведущие объявили программу всего действа. Показательное выступление пожарных по тушению возгорания с помощью ГИРС – гидроимпульсного устройства пожаротушения. Показ выставки средств противопожарной защиты и пожаротушения с Бестовского отделения ВДПО. Конкурсы по перетягиванию пожарного рукава и одевание на время одежды пожарного. Все выступления противопожарных и спасательных служб сопровождались концертными номерами и выступлениями дружин юных пожарных из лицея номер 9 и школы номер 1. На помощь тех, кто борется с огнем. Мы пожарных уважаем и всегда с бронзбой там ждем. Ох! Кроме театрализованных представлений, выполненных с боевым творческим задором и желанием, организовался стихийный конкурс в честь празднования 365-летия пожарной охраны России. Самые оригинальные поздравления были оглашены перед присутствующими. Тяжелый и опасный нас пожарный ждет. Вой пронзительной сирены может оглушить. Будем и водой, и пеной мы пожар тушить. И в беду попавшим людям сможем мы помочь. С пламенем бороться будем мы и день, и ночь. Бойко шла торговля противопожарным оборудованием, огнетушителями, автономными пожарными извещателями, которые срабатывают в случае возгорания в жилье. Многие жители города Асбеста пополнили свои личные библиотеки методической литературой противопожарной тематики. И это очень радует, потому что с чувством ответственности населением города была воспринята программа ярмарки. С большим интересом изучалась пожарно-спасательная техника и оборудование. Значит, цель ярмарки достигнута. Полученные знания жители закрепили и смогут умело применить их в жизнь. Атмосфера ярмарки зарядила всех асбестовцев не только весенним настроением, но и ответственным отношением к соблюдению правил пожарной безопасности.